С проблемами инвалидов к омбудсмену на прием к Наталье Ковалевой пришли общественники организации «Аврора», чтобы поделиться своим представлением о том, как должен выглядеть доступный город и безбарьерная среда. Уполномоченный по правам человека в регионе готовит ежегодный доклад для областной думы с итогами деятельности за истекшие 12 месяцев, целый раздел которого посвящен усовершенствованию под нужды инвалидов городской инфраструктуры. Речь на приеме шла об увеличении количества социальной рекламы в городе, о создании газеты для людей с ограниченными возможностями под рабочим названием «Инвалид». И, конечно, о том, как заставить горожан быть лояльными к особенным гражданам. Начинать, считает уполномоченный, необходимо с чиновников. Именно им написанные в докладе рекомендации и будут переданы. Я приведу пример, что это очень тяжело, я вас прекрасно понимаю и готова в Союзе работать. Почему? Потому что вот мы написали рекомендацию, которая, в принципе, я понимаю, что она требует денег, но она не требует тех средств, вложений, которые требуют, допустим, создания социальной сферы, да, обитания среды. Получили мы от Иванова о том, что вот они будут заключать, учтут и так далее. Но будут и заключать, и учтут, это еще не то, что исполнено. Поэтому эти вопросы, они у нас, ну, приоритетными для меня, как для уполномоченного, являются.